Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Алексей, и мы продолжаем прохождение игры Rim 2 Total War. Эта серия выйдет с немножко с другим звуком. Я попробую все-таки записать на другом микрофончике запись, потому что, ну, на самом деле меня очень сильно напрягают вот эти вот звуки щелчков мышки, клавиатуры. Вот сейчас я вот щелкаю по клаве, да? Вы этого, по идее, не должны слышать, но голос, по идее, у меня должен измениться немножко, поэтому прошу вас очень сильно, отпишитесь в комментарии, в каком формате записи лучше мне продолжать. Либо вернемся на старый, я тогда записывал через вебку, либо вот этот вот микрофончик у меня с наушниками вместе. Я знаю, что здесь будет немножко шум идти, ну, шипение, скажем так, да. Но будем надеяться, что не так это сильно будет раздражать, если сделать, допустим, звук потише. Я даже сделаю в игре сейчас звук погромче, в плане того, что... Так, музыку, да? Я вроде как тестил, она тихо очень слышна. Эффекты оставим также, ну и немножко поднимем звук. Все. Возвращаемся мы теперь уже на нашу карту, на войну с спартанской Герусией. Что мы видим? Вот он, наш герой прошлой серии. Ему нужно вернуться в Родос. В Родос. Ну, это будет со следующего хода. Нам надо восстановить армию, набрать еще анагров, баллист и немножко штурмовых гексер, да, для уничтожения армии спартанской Герусии именно на море. Коллеги Ксенофога сейчас пойдут, Ксенофонта, пардонте, пойдут, заберут Спарту, пойдут в Афины, пока армия, вот эта вот по три отрядика, да, по три армии, точнее, будет двигаться на север, захватывая наши города. Это, конечно, мне не очень нравится, но ничего не поделать. Отзывать мы когти гарпии не будем, потому что, ну, здесь армия, она не сильно профессиональная, всего лишь состоит из периков, гоплитов, спартанцев, периков, да, перики, гоплиты, да, тут чисто перики, гоплиты. Нам нужно уничтожить сардов до конца. Это Пергам воюет с Никомедией, с Вифинией, да? С Вифиниями также воюем и мы, если я не ошибаюсь. Сейчас мы на глобальной карте посмотрим. Господи, все красное. Все красное со всеми мы в не очень хороших отношениях. Но это Total War, это тотальная война. Вот с этими ребятами я никак не могу союз заключить. Что же мне нравится? Почему вы не хотите? Да, военный союз. Да, блин, гаденыш. Так, а есть у нас деньги? Допустим, обсудить выплаты. Предложить плату. Давай мы тебе дадим 850 монеток. 104, да? Ну, понятно, что вы приняли предложение. 114. И военный союз. Блин, ну, что вы такие? Не хотите никак. Ладно, мы будем вас кормить баблом. Глядишь, и все получится. Так, ну что? Так. Вернемся на запад. Арверны, да? Арверны идут сюда. Так, а где мои друзья Молот и Гефеста-то? Вот они. Молот и Гефеста. Ага. Давайте вы в Аполлонию пойдете. Нет. Аполлонию смысла нет оборонять. Пеллу уже не успеем. Просто если мы будем в Аполлонию оборонять этой армии, то вот эти отряды, скорее всего, разобьют наши войска. Поэтому надо нам соединяться с коллегами Ксенофонта в Спарте уже, и двигаться уже двумя армиями. Нам будет куда проще атаковать противника. Ну, а тебе же, дружок, ярость Ареса. У тебя ходов еще достаточно. Нам нужно уничтожить сынов Сигома, да? Идем тогда в Вольтеру. Ставим здесь гарнизоне. Так, плюс 5 у нас здесь. Денег, понятно, ни на что не хватает. 6 тысяч прирост. Все, заканчиваем ход, черт с ним. Будь что будет, смотрим, как поступит компьютер. Понятно, что в Африке мы сейчас потеряем еще одно поселение. Ага, римская армия возвращается. Еще одно поселение, которое там мы захватили коллегами Ксенофонта в пустыне. Но по большому счету мне пока плевать на него. У нас нету с ними, с тем поселением никакой связи, так как нас отбили от моря. И, ну,
То есть он там приносит деньги незначительные в плане только внутренней торговли в городе, там какой-то сельского хозяйства и так далее. Про дозорного я забыл совсем. Так, ну понятно, да, сейчас Ларису нам будут уничтожать. Две армии подступают. Сражаться с ними. Ну, тут бесполезно вообще вот этой армии гарнизонной биться. Попытаться пару отрядов у него уничтожить. А смысл? Нет, это только потеря времени. Что тут? Вылазка, да? А, щелкни, чтобы устроить вылазку, пока враг не дошел до поселения. О, интересно. Давайте посмотрим, что это такое. Только я хотел сказать, что это потеря времени, но я просто вот раньше не замечал этого. По идее, мы сейчас не в городе будем, а будем на открытой территории. Да. Ну тогда зачем тогда я это делал? В городе мне куда проще было это делать. Видимо, армия будет что, на подходе или без расстановки, или как? Какие-то преимущества же должны быть с вылазки-то? Или же нет? Ну нет, так нет, по идее, мы быстро проиграем этот бой. Мне бы хотя бы кавалерию уничтожить. По максимуму. Ну и прачниками как-то перебить хоть какой-нибудь отряд. Ладно, узнаем. Так, ну по идее музыку вы должны прекрасно слышать сейчас, помимо моего голоса, но все равно пишите, может быть, сделать музыку погромче, может быть, звуки игры погромче, или как бы, ну, в общем, отписывайтесь по качеству звука. Мне действительно важно, как продолжать именно с такой записью, или же вернуться опять на свою вебку. А, там я понимаю, что качество звука голоса непосредственно лучше, и он приближен к реальному моему, а здесь немножко он такой заглушенный. Ладно, расставляем свои отряды. У нас есть перики пикинеры, гоплиты, спартанские юноши. Так, гоп-пикинеры. Пикинеры имеют фалангу. Имеют фалангу пикинеров. Гоплиты сюда. Генерал позади. Ну, два прачника давайте тогда. Так, ну вот здесь вас кавалерия перебьет без проблем. Тогда мы будем, значит, здесь стоять. Так, вы кто такие, перики пикинеры, да? Тоже два пикинера. Блин, говорили у меня, не теряй полководцев. Но это армия гарнизонная, я же все-таки стану вот так вот. А, у нас пельтаст еще есть, оказывается. Пельтаст есть. Пельтасты тогда сбоку пойдут. Я ими там отдельно буду... отдельно управлять. Здесь вот с горочки мы их там... Давайте, поехали. Побежали враги. Заходим вот сюда вот на горку. Я не знаю, успею я забежать на горку. По идее, должен. Увеличим скорость передвижения. К ним подходят свежие силы. Да, вообще пофиг. Я все равно этот город потерял бы. Так, баллисты там что-то разворачиваются. Так, ну да, мы, по идее, здесь должны пробегать. Фаланги двигаются? Нет, без фаланги. Надо будет фалангу построить здесь быстренько. Быстро подходят к нам. Сейчас начнут уже рубать. Вот оно, баллиста пошла. На нашего военачальника напали! Ну, черт, да, не успеваем. Тогда вот так вот становимся. Фаланги. Успел я, да, по идее, в фаланге стать? Блин, я не понимаю, в фаланге они стоят или нет? Убегаем. Так, отлично. Одна конница уехала. Бьем врага. Вторая ушла. Так, кто тут? Перики гоплиты. Фалангу. Построились. Квадрат нет, нам не нужен квадрат. Наши так. Ряды дрогнули. Это я понял уже. Закидывайте вражин. Кто такие спартанские гоплиты? Вот этих царских бы мочить бы. Ух,
как, блин, они тут пробивают. Наши ряды дрогнули. Так, сколько вы настреляли? Давайте статистику посмотрим. 9-1-0. Чуть не особо хорошо. Пробивайте защиту, ребят. Пробивайте как можно быстрее. Наши ряды дрогнули. Я не понимаю, где наши ряды могут дрогнуть, если еще пока... А, ну вот, все. Наконец-то. Убежали. Так, ну все, теперь уже. Бегом. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Ну, это была... Так, разведка. Так, а что у вас? Почему атаковать не надо? Так, это свои, да я понял. Здесь тоже свои. Перики, гоплиты. Давай, закидывай, прощай. Наши ряды дрогнули. Во-во-во, вот так вот, да-да-да. Бомбите. Еще чуть назад. Там пращники тоже настреляют, да, по идее? Ага. Пол отряда убежало, черт побери. Наши бегут с поля боя. Какой позор. И вы тоже давай убежали быстро. Ну, залп хотя бы. Нет. Ну, ладно. Все, понятно, что такое вылазка. В общем, нафиг она не нужна. Никогда ей больше пользоваться не буду. 649 я потерял. 210 только убил. Два отряда целиком погибло. Три. Ну и четыре отряда убежало. В панике. У них же лошади. Один отряд всего лишь умер. Хотя, наверное, не умер. Вернется он. 5500. 5500 было. Две армии. 5500. Офигеть. Три армии. 9000. Ясно. Я вас понял. Нет, лошадей он не потерял. Ну, пёс с вами. Забрали они Лариску. Пелла. Четырьмя армиями. Не, ну тут авторасчет, иначе мы тут будем полчаса, короче. 9300. Полчаса воевать на этой карте. Спартанская Герусия. Вы за все мне ответите, на самом деле. Сейчас вы вот эти два корабля отъедут отсюда. Так, на берег вышел, а ты? О! Вот это вот жертва сейчас будет. Решил он Ираптину забрать. Ну, ничего у тебя не выйдет. Пофиг, конечно, что мы немножко сейчас не восстановившись армии возьмем Диатлантиды, пойдем. Но я уничтожу этот отряд. Больше чем уверен. У меня достаточно там, в принципе, войск. Ну, по крайней мере, два анагра потопят кораблей, наверное, 6-7. Остальных я должен перебить в ближнем бою, ну и так далее. Аурсы. Война. Возвращайся к своему народу и приготовь его к скорой смерти. Теперь это твой единственный долг. Знаешь что, дружище, ты ж номад, да? Я тобой позже займусь. Блемеи бы только не погибли. По идее, еще пока плавают. Так, Неаполис, Лилибей... Ордей, вы же друзья мне, ну могли бы хотя бы подсобить как-нибудь, помочь со спартанской Герусией. Да, я понимаю, это внутренние дела моего государства, нефиг лезть, но сторонники живые, именно царских семейств, именно с нами вы заключали союзы, а не с вот этими повстанческой армией красных. Получается, да, красные же, да, гражданскую войну подняли. Была. Ну да, была Русь, стала СССР. Была Спарта, стала спартанская Герусия. Вот. Но этого не будет. Мы историю сами здесь делаем. Так, намнеты, давайте, что вы там придумаете. Вам только идти сейчас и Арверн тоже давить. Они ж ушли войной к нам на юг, на Рим. Нет? Молчите, да, сидите там, отсыпаетесь. Ну, как вас еще назвать?
Не будем ругать их. Персия, Руги, Сагарти. Вот, вы мне тоже важны, как вы походите. Ага, ага. Одни агенты. Ага, вот армия. Армия на Сиде. На Сиде пошла. На Сиде, причем с селевкидскими наемниками. Да, блин, а у нас здесь разбитые войска. Блин, опять мы тут проигрываем. Хотя, ладно. Сиде я попробую все-таки сдержать. 2000 против 1000, я думаю, можно как-то предпринять какие-то действия. Подожди, а почему только в подмоге один отряд виден? Воины Нереид. Хотя три должно быть. Ну, если этот баг в том, что они не захотели участвовать в войне, то воителям Амфитриты ничего не светит в захвате этого города. Армия в гарнизоне, ну да. То есть у меня показывается целиком армия. У него только два отряда. Хорошо. У вас прям на берегу здесь раскидают. Так, армия. Армия идет вот отсюда. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять кораблей, да? Пять кораблей. Пять кораблей. Хорошо, пять кораблей, так пять кораблей. Сухопутная армия. Давайте-ка, прачники. Постройтесь. Спартанские юноши. Вы на прикрытии. Перики гоплиты, а ты перики пикинеры, да? Вы тогда держите здесь. Через дома проходить, по идее, нельзя. Что здесь построился-то? Мы сейчас передвинем. Вот сюда. Вот так. Да, и флот. Флот будет сейчас позади разбивать. Ну что вы там? К ним подходят свежие силы. А, нет, видите, все-таки обманка была. Давай так. Режим тарана я хочу сделать все-таки. Наверное, не получится. Хотя бы один корабль бы протаранить. Тоже не хотят бояться. Ладно, давайте. Сюда идем. Вы сюда подходите. Что у нас здесь? Вот этих надо убить. Да, вот этих вот. Я не знаю, получится у нас убить их. Вот здесь встанем, если они подплывут, то уничтожим их. Так, три корабля. Друзья, давайте-ка, наверное, вы здесь встанете. Как-то мне кажется, что они отсюда собираются идти. Вот отсюда, да. Высадку делать. Хотят, что там, блин, молчат. Не хотят плыть. Погоняем их тогда, окей. Легкие пельтасты. У нас тоже легкие пельтасты. За маячок сейчас спрячемся. Да, греблю сделаем. Вам бегом, бегом, бегом. По идее, высадиться успеют уже, да? General! General! Support ship's ready. Это осень. Именно поэтому я и кашляю. Ужасно холодно дома. Батареи еще не топят. Обогреватель хоть и под попой у меня стоит, но как-то не особо помогает. Ну и чё вы? Что вы там? Гоняетесь, знаю? Ну ладно, гоняйтесь дальше. Я пока... Я вот здесь высажусь. Во. Вот. Давай, высаживай. Ну выса... Эх ты, блин. Какие ж вы... Сыкуны. Это самое, что... Так, ну я понимаю, они хотят уничтожить два моих корабля. Пока я их на берег не высажу, они высаживаться не будут. Хорошо, тогда у меня есть время, чтобы, да, вот сюда вот встать. И можно, в принципе, наверное,
сделать высадку. Те вообще пофиг селевкидам, да? На то, что происходит с этими, с агартами. Да, бомбите друг друга. Ломайте. Ладно, высаживаемся. Тарана не будет на этот раз. Бегом сюда. Ага. Так, высадились. Высадились. Все, вот сюда встречаем. Надо пути отступления им убрать и зажать их, когда они высадятся. Они же, по идее, должны сейчас высадиться. Так. Так, а вы что такие долгие? Вы в фаланге идете, что ли? Давайте-ка бегом. Там застряли. Дабл таймс. Ага, поперли. Поперли все-таки эти сволочи. Ах, тут высадка началась. Давай, бегай, бегай же, аж перестреляют же сейчас. Сколько вас убило уже? Неизвестно, сколько их было, правда. Чтоб узнать, сколько их убило. Какие вы медленные, ребят. Ну давайте. Вас же сейчас тут перестреляют с кораблей. Прачники стали? Нет, тут прачники не стали. Ну черт вас побрал бы. Подходим. И уничтожаем. На нашего военачальника напали. Пофиг, перебить их. Так, кто у нас еще вот здесь есть? Чарджем, чарджем. Всех убить чарджем. На селевкидов пофиг, даже если они останутся, нам вот сейчас сардов надо убить. И вот копейщиков вот этих вот, конечно, перебить бы. Так, отлично. Так, там тоже высадка уже прошла. Так, вы тут стреляете, видимо, да, нас? Отходим. Меня вот этих убить. Добить щитоносцы, да, копейщики. Здесь пошла мазута, нет? Во, все тоже умирает, отлично. Копейщиков перебить полностью. Вперед, только пельтасты, наверное. Сюда вот отойдем. Там прачники справятся. Так, 60, ну сейчас корабль полностью потопит. Так, ну все, с сардами мы отбились. Точку победы. Так, прачники. Добиваем, добиваем, ребят. Все, там тоже все колеблется. Так, все, ушел. Становимся. Персидских лучников, убить их. Чардж есть? Есть. Чардж. Пофиг на усталость, убить их. Персидских лучников как можно больше. Так, вы в фаланге, да? Нам надо защищать здесь ворота. Так, лучников сейчас поперережем.
тут очень много армии, я просто, видимо, ее не вижу. Либо она... А, она вот отсюда пошла. Окей. Пусть бегают. Пока мы персидских лучников убиваем. Становимся здесь. Я думаю, даже сразу сюда вот так вот. В атаку. Ребят. Не знаю как. Но вам защищаться. Там справились. Обходим их. Я про не знаю, с тыла попробую зайти только двумя отрядами. Все. Бегом, 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 бегом. Вот этих вот убить. Пайкмен. Фельдтастер. Разрубаем. 99, 98. Ну и все, пошли проседать. Жаждут боя и должны погибать сейчас от наших пикинеров. Не-не-не, друзья. Я вам так просто не сдам этот город. Тверды еще пока. Блин, сейчас начнут расстреливать. Так, ну все, убегают вроде. Колеблется. Отлично. Блин, в тыл. Заходить что-то не рекомендуется. Пока стоим здесь. Добить, 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 ребят, добить. Так, а вы что? А, я понял почему. Так, отлично. Догнать этих уродов. Занять оборону. Антидабл. Мы захватили точку победы. Вы тут бегаете. Заходим. Закрываем их тут. Только, ребят, пожалуйста, Ах ты, ё-моё, пельтасты! Поймали нас тут. Ладно, наши ряды дрогнули. Черт его знает, может, и мы их поймали. Кто там такие? Почему так долго сражаются? Убить, убить, убить. Только убить. Этих гоняйте тут по кругу, черт с ними. Наши ряды дрогнули. Вы что тут дрогаете? Убить их. Фалангу стал. Есть все шансы на победу, воины. Вот этих сейчас лучников надо бы... А вы что стоите? Уничтожить вот этих тогда. Колеблются, ага, ага. Хорошо. Блин. Забежали в тыл. Добить. Забрать. Так, ну все, мы отбились, ребят. Мы действительно отбились. И это меня не может не радовать абсолютно. Я уже думал, все. Ну, пельтасты. Точнее, этих, как сарды. Сарды. Наши ряды дрогнули. Не-не-не, это все вранье. Убить. Спартанс. Уничтожьте их. Наши ряды дрогнули. Угу. Все, победа. Это действительно победа. Гарнизонная армия справилась с этими надводными юнитами. Пельтастами. Так, кто там остался? Один еще. Почему ты тут виден? 59. Ну все, тоже умираешь. Потопить их.
все. Баланс сил уже теперь на нашей стороне. Мы отбились. Догонять мы их, конечно, не будем. Они действительно тут убегут. Никуда не денутся. Целый отряд, кстати, очканул, убежал. Мы захватили точку победы. Мы выиграли сражение. Развито, но не уплывают. Вот этих я, ребят, бы уничтожил бы. Целиком бы. Так, где-то еще, по-моему, отряд остался не погибший. Раз бой еще продолжается, соответственно, армия где-то спряталась. Так, лучники пошли. Давай. Пытаются уплыть, но они застряли, видимо, в текстурах или черт его знает где. Сейчас мы их перестреляем тут. А, почему так долго бежите-то? Я же сказал, уничтожить. Вперед, 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 вперед. Так, ты давай-ка, наверное, пробегись вот до сюда. Может быть, здесь где-то армия стоит. А, у вас нету, получается, патронов тоже, идите по этому посмотрите. А мы посмотрим, как проще стреляют. Ну, стрельба идет, у людей идет, а я не вижу, что по ней умирают. Как-то мимо вы. Давайте ближе. Еще патроны потратить. Даже вот так вот встаньте по прямой. Бегом. Так, нас не видят. Ну окей, а где армия врага оставшаяся? На карте я тоже не вижу. Так, стреляете? Да, по идее, стреляют. Во-во-во. Отлично. Вот так вот просто. Уничтожен целый отряд. Ну, это, по идее, у компьютера начали стрелять об этом. 8 солдат осталось. 6. Уничтожен целый отряд. Это я не понял, это сейчас кому было обращение? Ну, последнего дядька-то убейте. Наши ряды дрогнули. Кого там боитесь? А, то что далеко, видимо. Вернулись быстро обратно. Чё ссыкуете? Так, может здесь еще? Кто-то недобитый. Все, да, потопили мы корабль целиком. Так, ну по идее здесь уже никого не должно быть. Давайте здесь посмотрим. Тут тоже нету, никого не видно. Че бояться-то? Где наш генерал? Нет, а генерал. А, генерал, видимо, умер. Угу. Спартанский юнош. Сыкушки. Ну и что мне теперь ждать, пока 40 минут закончится, что ли? Я что-то не понял. Кого еще нет? Ну, карта видно, да, что на карте я никого не вижу. Разбегаться теперь по всем. Так, хорошо, высадка была здесь. Была здесь. И была здесь. Ага. А отсюда. Значит, они где-то, возможно, где-то тут еще могут быть. Хорошо. Бегом сюда. Бегом сюда. Ускоряем время. Побежали. Чего вы паникуете, ребят? Все нормально. Колеблется, полководец недавно бежал.
Полководец застал очень уставший. Все, восстановились, отлично. Плевать на полководца. Неужели вы не дисциплинированы? Вот вы же дисциплинированный спартанский, ну что вы паникуете, что полководец убежал? Терять боевого духа, ну окей. Никого не видно. Да, ну такого быть не может. Я всю карту вижу здесь. У меня нету черных точек. Так, если я нажму завершить сражение, ну все, баланс сил полностью на моей стороне. Окей, нажимаем завершить сражение, признать поражение. Тяжелая победа врага. Что это за бред? Враг победил, но эта победа дорого ему стоила. Их мертвецы завершить битву. Как? Ну, это бред на самом деле. Но я же выиграл битву. Если он сейчас захватит порт, ну, это будет нечестно. Вся армия разбежалась. Надо было на самом деле ждать окончания времени. Тяжелая победа врага. Ну, это действительно бредятина. Героическое поражение. Да героическая победа здесь, а не поражение. Ну да, мы потеряли. Ладно, ну, вы сами все видели. Я выиграл этот бой. Я действительно победил. Я уничтожил. Всех. Всех уничтожил. Я всех. Тоже крестики здесь такие стоят. Но потерял. Что я, получается, потерял? Седе, да, потерял? А, ну здесь сейчас когти гарпии накажут их за это. Вернут сейчас обратно этот город. Царский скиф. Вы мне тоже, кстати, не нравитесь. Куда он? Ага, там. Там. Карта поменяла расположение. Теперь мы, получается, смотрим на запад. Как-то так. А, вообще на юг. Поселение потеряно. Седе, это вранье, я выиграл этот бой. Инистическая клерухия достроена в Сингудуне. Это где? Отлично. Флот разбит. Опять же, неправда. Вольки, новая фракция. Вы обнаружили новую фракцию Вольки. Естественная смерть. Симонит, ну ты, ё-моё, ты был самым лучшим моим воителем. Тайный агент раскрыт, окей. Так, я хочу когтями гарпии. Так, это Писинон, да, у нас здесь агенты одни. Когти гарпии. В режим нет. Забрать себе. Let them cower like kennel dogs. Он надеется выиграть или как? Или что? Вот этой армии, которая только что была разбита гарнизонной. Блин, ну придется опять идти в сражение самому. Я обязательно эту битву затащу. То есть, ну тут без вариантов, я ее просто затащу. У нас есть, в принципе, и граждане-всадники, которые уничтожат все отряды этих пельтастов сраных. А нам еще дают такой расчет итогов. Война, не риит. Окей, вы пока высадитесь, я точку победы уже захвачу. Но я не буду этого делать, я подожду ваши высадки, сволочь. Уничтожу вас как можно больше. За все отомщу. За гарнизонную армию отомщу, за всех. Все просто. Тотальная война. Ждать нет, начать. Какой ждать? Не надо ждать. Надо идти и уничтожать. Армии в гарнизоне здесь нету. А здесь только флот, который даже не успеет, наверное. Так, ладно. Откуда может идти флот? Хорошо, давай мы здесь поставим армию. Так, вы кто такие? Перекигоплиты все, да? Да, перекигоплиты. Генерал. Граждане всадники. Угу, он оттуда заходит. Ну ладно, черт с вами, мы точку победы сейчас захватим. К ним подходят свежие силы. Свежие силы подходят. Пусть подходят. Вот сюда. Вы, соответственно, заходим сюда. Граждане всадники, ну-ка вот здесь вот пробежитесь-ка. Мы сейчас будем по одному их уничтожать. Вон там целый флот летит. Ух ты, ничего.
мечусь. Откуда? Вот отсюда, да? Ну что, селевкиды? Где-то там заныкались. И типа мы выиграли, да? Давайте попробуем еще раз. Дубль 2. Так, пока мы продвигаемся. Продвигаемся. Куда мы продвигаемся? Мы к точке победы продвигаемся. Вот, вот сейчас мы вот здесь. Три отряда копейщиков щитоносцев, да? Вас бы убить бы. Иначе просто потеряю конницы много. Давайте вот здесь вот прогуляйтесь. Да, вы можете здесь пройти. Плывут они, блин, на кораблях. Кто это? Семь лучников знатных персидских. Персидские легкие лучники с башней. Плывите. Citizen кавалерия, убить их с чарджа просто. Давай. Отличные, молодцы просто, молодцы. 19 колец. Так, нам там щитоносцы бегут. Убегаем от щитоносцев и вот этих ребят атакуем. Чардж. Так. Так-то лучше. Колеблются. Так, мы кого-нибудь потеряли? Я просто не знаю. 65 фрагов. Назад. Назад. Назад, 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 назад. А то на щитоносцев сейчас нарвемся. Отлично. Щитоносцы, плевать. 15, 14. Так, мы проседаем? Нет, они колеблются. Отлично. Первый отряд. Готовы встречать армию врага? Она вон там идет куда-то отсюда-то. Так, давайте так. Так. А вы, соответственно, вот так. Так, кто-то нам по нам стреляет. По нам кто-то стреляет. Персидские лучники. Не, там башня, блин, на корабле. Я не хочу с ней связываться. Спрячемся здесь. Прощи. Ага, молодца. Убить их. Пельтастов этих. Минус один сейчас будет отряд пельтастов. Убегайте. Колеблются. Валите отсюда. Так, не достреливаем. Прачники. Так, как-то на... Вот, через Ctrl и дабл кликом. Выделяет всех отрядов, выделяет все отряды одного и того же типа юнитов. Это для тех, кто не знает. Повторю еще раз. Можно сделать это через Ctrl по иконке, вы выделяете всех отрядов, например. Все перики пельтасты, все прачники. Также можно просто по отряду через Ctrl, дабл-кликом мышки. Стреляйте, что вы не стреляете? Давай так. А, далековато, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Валерий. Так не надо делать. Я не знаю, почему я их боюсь. Этой сраной башни. Во, вот сейчас мы чуть дальше отойдем. И потом можно их убить. Так, минус еще отряд. Прачники. Подходим еще ближе. Следующий отряд. Кто такие пельтасты? Сейчас вы тоже получите. Нет? Мало? Еще подходит. Так, ну, по идее, теперь вы можете добить их. Стреляете? Да, молодцы. Пошла, пошла мазута.
камнями перебить. А по кому стреляете? А почему не по ним? А что-то там что-то не по-русски лопочет. Так, ладно, тут прачники сейчас справятся. Где лучники? Вот вы. Опять мы под этим самым, под обстрелом луком. Щиты кверху и погнали. Там 5 человек, все. Все, страшно. Просто с чаржа были уничтожены. Да, вот, видите, башня стреляет. Тут мне, вот это мне не нравится. Я не хочу терять конницу от этой башни. Хотя, черт с ним, убить. По одному отряду здесь пельтастов перебить их можно. Прачники. Молодцы. Продвигаемся еще чуть-чуть вперед. Так, тут башня опять. Башня. Персидские легкие лучники. На 3 отряда прачников. Кто же лучше? Перебить. Вот, лучники залп огнем зачем стреляют, не знаю зачем. По-моему, прачники перебьют их. Ну как по-моему? Не по-моему, а точно перебьют нас больше. 50-40. Все, давайте. Умирайте. Ага, они уже боятся. И это расчет итогов был не в мою пользу. Добить остальных. Здесь заглушить их, пельтастов этих. А, что там, 20 человек, да? Сейчас мы еще этих. Блин, кавалерия умирает кавалерия. Вот этих давайте. 20, 42. А нас осталось 29. Кто это такие? А, сбежавшие лучники персидские. Не, хорош обстреливать. Ах ты, блин, коняшку зарядил с копья, гаденыш. Жалко же коня. Убить его. Разбиваем остальных. Прачники, вы готовы дальше бить? Давай. Осталось чуть-чуть. Сотку пельтастов уничтожить вообще легко. Здесь постройтесь, мы будем встречать здесь врагов недобитых. Сотка? 80. 70. Так, тут проще еще камней достаточно, если что, с пола подберете. Ну, с земли, соответственно. Вот этих вот еще надо персидских лучников. Зенобий. По-моему, ты мне принес очень много вреда на море. Так, 50. Пол отряда минус. Потрясены, да? Конечно, потрясены. О чем речь? Смотрите, сколько камней валяется. Здесь действительно, если так в глаз попасть. Так, эти убежали уже. Эти тоже. Колеблются, убежали. Встречайте их здесь и уничтожайте. Башня будет стрелять, наверное. Ускоряем все это дело. Понятное дело, что монотонно можно бить. Нет, никого не убили. 13. Да, он башня стреляет. Давай, минусуй.
конницу, въезжай. Вы, ребят, въезжайте. Бах-бах-бах, отлично. Конница следующая. Не убить бы конницу. Не-не-не, все, конница, отходи, а то ты умрешь. Наши ряды дрогнули. Вроде убежала. Тверды уничтожены. Последний отряд. Убить. Получается, что это последний отряд. Никто не выжил. Неужели мне опять победу не засчитывают? Ладно, забираем точку победы, черт с ним. Так можно долго вечно сражаться с этими уморышами. По 6 человек осталось, по 3. Ну, это полностью разбитый отряд должны быть. Все, точка победы сейчас захватим, и хватит. И хватит издеваться. С расчета итогов мы проиграем. Мы захватили точку победы! Не только точку победы захватили, мы еще и город взяли. С минимальными потерями. Сколько нашего пельтаста? 80, 90, 80. Блин, конницу жалко. Не посмотреть, сколько убило. Ну, здесь по 25. По 30 человек. Ладно, ждем. Нажму на паузу, ну потому что тут уже смысла нету что-либо показывать. Если так уже. Что там, враг ездит, нет? Нет. Смысла нету что-либо показывать, а смотреть, как тикает время, оно неприятно вообще для меня. Ну и последние секунды. 5, 4, 3, 2, 1. Победа. Победа, я сказал. Да, победа. Победа ваша. Решительная победа. 91 на очередь. Не, фу, слава богу, конница выжила. Я уж перепугался. Я думаю, здесь, блин, не, жалко, нельзя ее, допустим, оставить в гарнизоне, чтобы она выполняла армию, а всеми остальными двинуться дальше. Сколько? 564 человека мы убили. Ну, да, кстати, много убежало. Эрихтония. Эрихтония, ну ладно. Начни, гад. Там еще должны корабли сейчас еще потонуть. Так, почему мы умираем? Оккупир. Так, подожди, давай посмотрим. Где-то генерал. Не участвовал вообще, по-моему, в сражении. Я не вижу, допустим, пантеры с башней, представительские легкие. Ну я ж убил всех лучников. Что там еще было? Целый отряд тремел и перехватчиков, пельтастов не участвовал в бою, а этот утонул. Я не могу понять. Шкала зеленая, здоровье, да, то есть целый отряд, но он уничтожен. Что за бред? И здесь как-то. В общем, что-то как-то что-то неправильно. Оккупируем город. Военные традиции мы получили. Нет, смотрите, все эти селевкидские недобитки остались. Так, получаем военные традиции. Получаем мы урон стрелковых отрядов. Защита. Бонус к натиску всех отрядов. Вот это я возьму. Мне нужна кавалерия, чарж кавалерии. Так, история когтей гарпии. Сколько? Годы службы 34. Всего бит 10, побед, одно поражение, да? Ну ладно, где-то мы все, а где мы проиграли? Случайное поражение от державы Афины, верные афиняне. Это когда было вообще? 257, ну это вообще чуть ли, в битве при Спарте где-то. А где-то я как-то проиграл ими? Ну да, я же, получается, их потом восстановил наследие. Ну, когда-то давно... Они потерпели поражение. Так, кого мы тут можем нанять? Прачников еще нанять. Нет, я не хочу пока деньги тратить. В Сиде все хорошо. Я не по...
А как он нанимает армию, находясь на вражеской территории, я не понимаю. Так, ну и напоследок, что у нас тут? Очень сильно побитые войска. Копти Гарпии. Война Олимпа. Война Олимпа, да? Блин, вообще плевать, давайте, знаете, как сделаем? Я понимаю. Кстати, мы могли бы прямо здесь нанимать армию. Ну, скажем, я бы еще взял два анагра. Дальнобой пантер греческая баллиста. Я бы взял еще стрелковую пантеру лучников. Два отряда. У нас 3000, да? И наемников возьмем. А, ну здесь одни только. Так, стрелковая пантера. Невозможно нанять отряд, потому что нет. Наемный гемиола. Гемиола. И три гемиола. Три гемиола, корпус побольше. Окей, значит, нам нужна стрелковая пантера. Гемиола и три гемиола. Нанять. Вот эти сейчас... мы можем им корпус, да, улучшить. Цена 150 монет. Прочность корпуса 402. 442, отлично. Будем их брать на таран. Ну, вот теперь можно и повоевать. Ах, так, окей. Я понял, двигаться не могу. А так, могу. Поехали. Ой, сыкло. Иди сюда. У них же... Ух ты, смотрите, сколько здесь спартанских гоплитов. Мы прям удачно напали. Если мы победим... Там оставшаяся армия будет меньше, намного спартанских гоплитов. Вот этих ребят мы будем топить. Значит, кто у нас стрелковые? Раз, два, три отряда. Окей. В атаку. 700 человек на 3000 войны Олимпа. Сейчас вы узнаете возмездие Атлантиды, на что способно. По большому счету, вот эти корабли, что их жалеть-то? Вот эти надо жалеть. Вот эти, в принципе, надо жалеть. А это, так, начать. Отлично у нас. Тикс. Давай так. Анагры. Артиллеристы. Так, что у вас впереди стоит? У вас впереди есть граждане-всадники, перики-гоплиты, то есть слабые юниты. Впереди, да? Ну ладно, начнем с них, потопим. Сколько там радиус поражения? Чуть-чуть подплыть надо, да? Окей. Саппорт шипс. Здесь стойте. Вы чуть ближе, да, пантера здесь. Ага. Ну, таким вот образом начнем битву. Так, он двигается? Нет, не двигается. Хорошо. Давай чуть поближе подплывем. Анагры. Дайте залп по этому кораблю. Ну, давайте так, чтобы не все снаряды тратить. Мы сейчас сделаем таким образом. Крест-накрест, да, будет стрелять? Да, крест-накрест будет стрелять. Баллисты, готовься к бою. Да, я могу сам, конечно, стрелять, но я не буду этого делать. Так, и они двинулись. Это не очень хорошо. Давайте два корабля уничтожьте и назад. Как-то крест-накрест неудачно. Угу. Попал снаряд. Здесь попал снаряд. Здесь попал снаряд. Артиллери-шипс. Назад. Разворачиваемся и потапкам быстро.
Если мы потеряем артиллеристов, это не очень хорошо будет. Ну вот сюда становимся. Support ships. Готовы таранить. Так, два корабля, кстати, утонуло. Они успели. Кстати, баллисты что, и взад стреляют? Не, не может артиллерия стрелять назад. Режим тарана. Б. Б. Я, конечно, вот зря, наверное, это сейчас делаю, но по идее я должен грузовое судно разбить. Наш корабль берут на абордаж. Я так и думал. Артиллеристы. Вы не можете стрелять, черт. И три корабля просто на абордаж почему-то берутся. Не, давай с дальних. Так, это мы таким образом, получается, теряем. Да нет, смотрите, тут потопили. Назад, назад, ребят. Блин, хотя уже поздно, наверное, было разворачиваться. О, пламенный выстрел. А то сейчас нас... Наши ряды дрогнули. Окей, окей, уходим. Наш корабль берут на абордаж. Двух наемников потратили. Назад. Побыстрее, ребят. Пока есть стрелки. Можно наш двигать. Корабль берут на абордаж. Уничтожат. И дайте хоть с этими справятся и лучники. Блин, здесь берут на абордаж. Здесь должны справиться. Там спартанские гоплиты против спартанских гоплитов, но меньше. Так, анагры. Молодцы. Стреляем дальше. Давай так. Давай ты в режим тарана перейдешь. Ну там все, мы потеряли. Наш корабль берут на абордаж. Support ships. Вот сюда двигаемся. Так, кто там? Здесь вот надо уничтожить. Наши ряды дрогнули. Это плохо, на самом деле. Успеешь? Должен же. Ей должен. Мы сейчас протараним его. Так. Тут что, царские спартанцы? Уничтожите. А, что там? Наши остались без снаряжения. Кто? Ага. Вы, да? На таран. На таран. Ай-яй-яй. Наш корабль берут на абордаж. Протараньте их, ребят. Так, ты почему не стреляешь? Уничтожить здесь. На нашего военачальника напали. Я понял. Но все хорошо.
Get at them! Support ship, ready and waiting! Our missiles await your orders. Support ship, at your command! Наш корабль берут на абордаж! Где? Ага, здесь еще. Так, давайте так. Таран. Таран. Двумя кораблями. Ты что? Таран. Наши ряды дрогнули. Таран. Так. Потопили, да? Молодцы. Тут тоже потопили. Красавчики. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Это вот здесь, да? Печалька. Протараньте их тогда. Анагра, чё ж вы так плохо стреляете-то? Уничтожен целый отряд. Добиваем. Блин, ты сюда, чё ж вы как-то крест-накрест идёте? И греблю. Корпуса у вас ещё сильные. Штурмовая... А, утонула, да? Окей. Таран! В бок. Ну... Назад. Пробить. Наш корабль берут на абордаж. Это плохо. Догнать. Support ships at your command. Ну протараньте еще разочек. А то нас сейчас здесь... Наши ряды дрогнули. Убьют. Четыре, три, два, один, гребля, 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 скорость корабля. Но минус. Плывем. Черт, сейчас нас возьмут на абордаж же. Ты е-моя. Так, что там у нас? Дальнобойки. Что стоим, ждем кого? Вот, минусанули, все, отлично. Есть контакт, минус еще один. Назад, назад, ты что делаешь? Уничтожить это за... Блин, вы что, издеваетесь что ли? Я просто не видел, что патроны кончились. Потопить, потопить за это врага. Уничтожить просто, нас же сейчас спалят. Тупо спалят, сколько там, урон огнем 29. Тушите, там воды полно, 28, все, хорошо. Угу, потопили один. Нет, вот это тоже потопить. Только целиком. Пока он уплыть не может повернуться, мы можем перестрелять его. И вот и прачники. Блин, как же я так на лучников нарвался анаграм-то, ё-моё. Давай. И последний залп. Ничего себе, прачники стреляют как далеко. Первая победа. То есть мы, получается, да, потопили его.
Все, все 20 отрядов спартанской Геруссии, воины Олимпа были уничтожены. Правда, мы полководца потеряли, да? Да, потеряли полководца, это плохо. Потеряли полководца и наемник. Так, один наемник выжил, его надо уничтожить. Так, нам нужны тогда еще вот такие ребята. Ну, я, да, понимаю, что это была смерть доблестная. Бетон флотоводец был уничтожен, но зато минус еще один отряд. Убить всех. Только так. А, и да, ты будешь с илотами прачниками, чем штурмовая гексека. У тебя прочность побольше, но хреново ты воюешь. Так, что у нас тут с полководцами? Коррупция, авторитет. А, шанс на успех, расхитрость. А у тебя стоимость основных зданий в столице провинции. Это правильно, налоговая ставка. Нет, ты нам не нужен. Так, царские семейства, другие семейства, кандидат. Давай, наверное, мы возьмем вот того царские семейства, да. Тебя. А, и сразу корпус корабля тебя улучшим. Надо избавиться от наемников. Вы, конечно, молодцы, сослужили нам огромную службу, но нет, больше вы нам не понадобитесь. Опять Фродос. Пополнять. Мне надо пополнить вот этих ребят, 4 хода аж, да? Ну и 2 отряда хватит. Башню с лучниками. 2 отряда тоже. Все, остальных как-нибудь там что-нибудь придумаем. Так. Все, с этим все. У нас теперь молот и Гефест еще не приплыли. И где наши доблестные коллеги Ксенофонта? Высаживаемся. Returning to land. Сразу атаковать с берега. А, с берега Спарта нельзя атаковать, понял. Можно Афины атаковать. Высаживаемся здесь. Ready for further orders. О, ты можешь ходить. Ну тогда. Тогда вот сюда. Отлично. Ready for battle! Ну все, то есть теперь только остается еще хода. Так, ну и последняя армия, ярость Ареса, да? Можешь догнать врага? For the gods! Не можешь. И здесь не. Блин, печально. Так, минус 3. Тут ужас какой-то творится. Ну тогда давай на ускоренный марш. Пофиг. Возвращайся, Вольтера. Нам надо все-таки порядок хоть как-то восстанавливать. В этом государстве. Так, перестроить денег ни на что не хватает. У нас 800 монет. Ну тут, в принципе, все строится. Сносить тоже пока не буду. У нас еще Рим там, да, на подходе. Идет обратно на Рим. Давай, управлением занимайся. Так, а где у нас еще одна? Еще одна. Так, Талия, да? Афинадор, он в армии. Пасифия. Ага. Так, что мы тут можем сделать? Нарея. Ты пока тогда контролируй здесь что-нибудь. Диверсия, подстрекательство. Это что он там? Ага. Подстрекательство не надо, поджог не надо. Отравление колодца давай, занимайся такой темой. Будешь травить колодцы. Поселение захвачено, путь перекрыт, доблесть смерти, все это нам не надо. Так, и пасифия, да? Диверсия. Денег не хватает на отравление камня. Давай подстрекательство. Не удалось, ну и черт с ним. Все, на этом серию мы закончим. Оставляйте свои комментарии по поводу звука записи моей. Я почитаю и потом уже решу, продолжать ли снимать на этом микрофоне дальше или же вернемся на предыдущий. Ставьте лайк, если понравилось. Всем удачи, всем пока.